Вот мы перешли с другой стороны на другую тут дорогу. С другой стороны вон там плотина, где мы работали эти дни. О, вот сюда подойди-ка, Володя. С той стороны вот эта самая плотина, которую делаем. Вон она. Видать. А вот справа можешь приблизиться. А где мы закончили? Закончили позавчера. Вчера было преображение. И вот эти деревья, вот какие они толстые, огромные. Их надо все убирать. Вон они как падают. Видишь, они отмирающие. И только трактором вытаскивать оттуда. Сейчас никак. А вот ограда здесь, вот она видна, ограда. Вот она. Эта ограда я делал с братьей. Как правило, один ночами тут возит. Вот столбы. В то время, когда мы это делали, тут еще разговора даже не было о том, что что-то менять будут. Народ был всякий. Вот. Ну тут видать где. Вон там, где вода. Вот мы желаем ее поднять до этого уровня. Ну тут, пожалуй, больше 2 метров. Ну а дорога, видишь, какая? Вот посмотри. Вот туда пройди подальше. Вот эта плотина. Вот они огромные. Глянь, какие деревья. Чтобы было видно, какое это дерево. Я встану около него. Вот. Смотри, вот такое. Какое по объему. И вот оно все голое. Вот посмотри, какой сучок. Вот прямо поверху гляди. Вот он идет. И она суча роняет и роняет ветла. Не упади. А теперь посмотри, что здесь есть. Вот пройди дальше. Ну вот. Я на топор покажу. Вот только колея. Это он идет здесь, Беларусь. Машина-то тут и не пройдет. Дальше грязь. Это центральная улица Потеряевки. Я сказал, надо переделать. А зачем это делать? Ну, кто не думает делать, они хотя бы горсть песку, гальки бросить в буксы. Затормозить дело. Мне-то уже ничего не надо. Я уже на крепости человека только здесь. Лет человеческий 70, при большей крепости 80. И вот теперь это надо вести. Вот сюда вот. Маленько пройди. Посмотри, какая няша. Няша это каша. Каша, которая идет здесь. Вот она. Что здесь делается? И вот это вот надо все завалить. А откуда? Вот я считаю, вон где трава там последняя, вон видно. Оттуда начать и здесь поднимать. Ну и здесь примерно дорогу поднять вот так вот. Сейчас загрузиться, которые кольца привезем. Вот. Делать примерно в каком месте, я думаю. Вот, я уже говорил с батюшкой. Вот примерно в этом месте. Вот. Вот где самый прорыв, мы в прошлый раз воду выпускали. Ну тут, что тут говорится, тут все. Вот она, каша. Вот она, каша какая. Ну еще это дорога. А здесь можно сделать, поднять вот так. Вот в этом месте, вот я сейчас покажу где, вот. Вот в этом месте мы заложим эти трубы. Поднимем насыпь. Естественно, положение изменится. Вот здесь намного выше, а там пониже маленько будет. И она так выйдет на нет и туда на нет. А весной отсюда идет. Дальше делать тут второе озеро можно сделать. Это вот сейчас мы начинаем подготавливать, не знали где брать земли. Ну сейчас вот как будто нашли, вчера мы с Сергеем Пупковым прошли, проломились. Пойдемте дальше. Я хотел вот показать, мы борьбу ведем с репьем. И вот невозможно оторвать. Не могут собирать, говорят, трепейника смуху. Люди, которые живут, репья не видели, они думают, репья это просто так. Вот он, перчатки. Вот я его желаю убрать. Я его убираю. Куда он, на эту перчатку? Вот убрать, оторвать, теперь он 2 слепил. Вот так человек, который сам грешник, и пытается другого исправить. Никак не исправишь, он к тебе прилипает. А что для этого нужно было? Оголиться. Отвергнуться самого себя. Убрать. Вот теперь я взял, все, она не прилипает. Он не может прилипнуть здесь. Все. Вот я нашел этот пример. Вот видишь, прошел маленько сейчас, где-то что-то опять слепляет. Сегодня сказал, говорю, меня Никита там маленько оббери, сзади вот так вот. Ну вот так вот рванул. А потом в бороде. Вот так у меня, он увидел в бороде, он как рванул с бородой, я такого даже не слыхал. Я говорю, как же так, хирург, вместе с костями повязку отрываешь. Ну вот тогда давай по-новому прилеплю, потихоньку оторву.
Вообще. Чуть без бороды не остался. Благодаря брату Никите. Вот они сейчас проламываются. Смотри. Мы вчера прошли вот так поверху-то. А вот здесь вниз обрыв идет. И вот оттуда вполне может сейчас они уберут вот это до березы. Сюда подойди вот. Берите под самый низ. Никита, нижнее время, скорее. Берите, насколько возможно. Быстрее надо убрать. Куда вы вынесли? Я говорил, вот эти деревья, двое, вот это большое дерево сейчас свалите и вот так заложите между ними. Повалите и туда подтащите, понятно? А вы даже тот конец не дотащили, а тот утащили дальше. Вообще. Все наоборот. Давай, свалить его надо. Это преграду сделать, чтобы земля туда не уходила. Когда оттуда пойдет земля. На это дерево затащить, да? На это, чтобы оно уперлось об это дерево и об то. А у вас не об это, не об то. Ну, если меня не будет, вы что будете делать? То же самое. Я-то откуда знаю? Я вижу, но не по норме это. Сели быстрее. Вот видишь как? Ну-ка, Никита. Никита, помоги. Иди, возьми. Помоги. Ломиться дальше. Куда вас заперло-то вот это? И вообще. Да это Никита счет. Что делать-то? Ну на эту сторону дерево. Перетяни. Можно затащить, не я. Тащи. Показал с этой стороны, что вот длина туда не пойдет. Теперь до конца туда дотащи. Любое дело делайте так, что даже оскомина какая-то. Вот теперь не знаю, что делать. Значит, предварительно, подожди, не сделать. Предварительно убрать тот куст. Предварительно эти ветки, иди пили. Любое дело надо мозгинку шевелить, хотя бы чуть-чуть, а даже нисколько. Ладно, Володя, давай-ка убирайся, я тебе покажу, как ты пилишь. Держи, пока не отключай. Чтобы увидели, как надо работать. Давай. Рубить? Рубить. Вот это вот самое. Давай-ка. Ну ладно мне, на мне. Вот они. Собираются пилить. Пилите. Повыше маленько, Сережа. Повыше, там сильно толстая. Вот так вот. Пошел. Ты сейчас этот куст бузины свалишь, и тогда можно подвинуть, тот будет... И когда начнется здесь сверху земля, мы оттуда будем гнать ее. Я сейчас покажу оттуда, как она пойдет. И вчера мы случайно прошли здесь. Подожди-ка, Никита. Вон туда, вон, впереди. Вот. Вот мы сейчас пройдем. О, вот оно где. Там он барабаша. Дом, сарай, видать. Это вот мы вчера прошли, в крапиве проломились через все. Бульдозер пройдет, первый слой срежет на низ, а нам тут это не плотина. А по ней начнет дальше землю сталкивать, и он где Володя, прямо на него туда плотина. Будет вал, и на плотину вытягивать на эту, на первую, на дорогу-то. Ну и понятно, что дальше. Вот, Никита, сидел бы ты на Украине-то, что бы ты делал? У вас пила как-то идет боком больно. Сделайте ее ровно. Вот так вот. Так и тяните. Не загибайте в дугу. Сережа, пониже опускай край свой. Она у вас ясно, что выскакивает, потому что дугой держите. Сережа, опускай пониже пилу. Ты ее загибаешь. Вот так. Все. На полную тяните. Это не на 4 зуба. Вот так. Не торопитесь. У нас пилы нету, все вручную. Там Володя уже долбит. Этому только дай. Ты понимаешь, Никита, почему не идет пила-то плохо так? Идет. Вы ее изворачиваете винтом. Бедная пила. А мурашей тут море. Куда ни пойди, везде мураши. Вот муравейник. А где муравейник? Вот огромный этот вес. Ну ничего, от них вреда никакого нет. Володя, тебе может вот этот сук убрать надо? Отруби его.
А? А? Отруби, сух, вылезь оттуда. А обруби его. Вот этот, который торчит. И у тебя сразу оголится. Потихоньку. Все 3-4, сука. Да обруби ниже там, целиком. Он не дает. Вот так, по этот. О. Володя, главный рубщик. Теперь второй внизу оттяпай. Туда бросай его. Вот так. Теперь этот обруби, и она войдет куда надо. Это я на верхушке стою здесь. Вот он. Одним ударом все. Лучший рубщик и лучший кольщик во всей Потеряевке. Вот так. Смотри, маленький Наполеон, сколько захватил до должностей. Вот так. Правильно. Еще у дерева мешают. Видишь как. И это только обруби, и все на этом. Все. Два взмаха и как не бывало. Толщиной в руку отлетело. Вот как. А другой он тюкает, тюкает на одном месте. А тут ребята... Все, пили дальше. Значит, не досмотрели, на чем она повиснет. Видишь, она как расщепилась. Теперь надо пилить вон там дальше еще один. Вот показать только, как приготавливается. Все. Она интересна. Бузина с этой, с кленом сошлось вместе. Замуж вышла. Кидай вниз, все туда пойдет. Зато главный. Интересно. Интересу мало. Руби его как можешь, даже не под корень, а тут возьмут. Спилить его надо, тут не взять его. Так. Ребята, маленько сюда отвлекитесь. Давайте отпилите вот этот. Володя, а? Не порти топор. Сейчас отпилит. Все на этом. Давайте. Вы маленько не с того начали, надо было другой. Пошел. Отпиливаю. А ты пока это убери, там сучки обрубил, которые. Это клен. Ровно пилу держите. Видишь, его надо было пилить. Рубить хотел Володя. Давай, Володя, забирай. Все, дальше пилите все эти. Ой. Прямо пошел. И вот целыми днями приходится приготавливать место для бульдозериста. Берегитесь. Вот так. Все, следующее. Это вот только первое, маленький шажок. К тому, что дальше будет. Вот сколько деревьев, это вот все вокруг надо сейчас выпиливать. Дойти хотя бы до березки, вон туда вовнутрь. Березку-то жалко. Пилите его, вот этот. Пили, пока, пили. А, помешается. Все, отодвигай следующую. Володя, все туда укладывает. Показал, все по-хозяйски у него. Меньше всего замещания Володи. Так, осторожно. Она упадет сюда. Пили скорее, чтобы она упала в ту сторону. Иначе она нас накроет. Ну не поперек пилите-то, ну еще повдоль-то, по волокам-то. Никите все равно. Но пила-то не терпит этого. Она будет вас мучить. Она не мешает, пили. Он не может так. Пили, не гляди на нее. Она никак не мешает совершенно. Вот человек, который не работает, ему каждая былинка мешает. О!
А теперь туда несите их вниз. Все, Володя унесет. Давайте пилите вон ту дальше, на котором она повисла. Вон туда зайдите. Она на березе повисла. Она на березе немножко повисла. Ну что, пили... ну пилите березу. Больше делать нечего. Она у вас, видишь, как пошла. Беды никакой нет. Пили. Пилите, пилите. Никита, время идет. Вы только приноравливайтесь дольше. Пока смотрел, уже раза три дернул бы. Тихо, Ина, смотри какая. Это мокрая. Человек, становление человека идет. Вот березка попала. Но это в низинке, в траншее, которое мы же копали, и попала семечко березовое. Она довольно толстая. Ну, надо убрать. Вот показать только в одном месте. Как, видите, какой уже вал делается. И когда оттуда будет двигать землю бульдозерис, если он приедет, тут все будет выглядеть по-другому. Это все надо будет закрыть. Вот так. Все, отошел.